Хозяева Rolls-Royce снизили сумму иска с владельца ВАЗа 14-й модели, который протаранил элитную иномарку. Теперь просят не 5 миллионов 200 тысяч рублей, а 3 миллиона 400 тысяч. И, кажется, прощать виновника аварии не собираются. Наш корреспондент побывал в зале суда и знает подробности. Олигарх Александр Арестов в зал суда не пришел. Был лишь представитель ЧМК, на балансе которого числился Rolls-Royce, в который въехал Владислав Кантемиров. На процессе истцы попросили суд снизить сумму ущерба. Теперь они требуют не 5 миллионов 220 тысяч рублей, а немного меньше. Просим взыскать, с учетом того, что страховая компания выплатила 400 тысяч рублей, просим взыскать ущерб, причиненный в результате ДТП в размере 3 миллиона 394 тысячи 108 рублей. Авария произошла в феврале. Видео краш-теста люкс иномарки стоимостью более 20 миллионов рублей попало в объективы камер наблюдения. В результате ДТП пассажир и водитель Rolls-Royce не пострадали, а вот виновник получил переломы и сотрясения. Тогда в эфире федеральных телеканалов олигарх публично простил водителя отечественной легковушки. Не знаю, ради бога, простите, но... Да, ты жив, и мы все живы. А машина что, новая купит? Владислав до сих пор недоумевает. Полагал, что история закончилась. Что, ко мне претензий никаких не будет. Никаких. Сейчас выясняется. Вы понимаете, что исковое заявление к вам предъявлено? Я понимаю. Он попросил перенести заседание. Ему нужно время, чтобы подготовиться к судебному процессу и найти адвоката. Артем Самсонов, Дмитрий Тужиков, 31 канал.